Good evening, 47. Прости, Джо в сделку не входил. Поклянись, что все, что ты сказал про цикад, правда. Зараза. Летя в гребаное небо, ты думал, что схватился гузовертлявую жопу. Закончи то, что начал. Наша жизнь прекрасна, брат. Вот бы она не менялась. И никогда не меняла нас. I'm getting too old for this nonsense. Вечно вы с вашей самурайской честью. Тебя видеть, Ви. Тут довольно-таки безлюдно. Как раз сможем поговорить без свидетелей. Что случилось? Выглядите довольно хреново. Так выглядит тот, кого лишили имплантов, денег и уважения. Но не все так плохо. Меня почти незаметно в городе. А где этот ваш друг? О, да. Скоро должен прийти. Вы мне расскажете, наконец, кто это? Это телохранитель Ханако-сама. Ханако Арасаки? Дочери Сабура? Которая приплыла сюда на авианосце? Да. Если он тебе поверит, мы встретимся с ней. Надеюсь, он не будет следовать арасаковскому протоколу. Какому протоколу? Неписанные правила. В Найт-Сити они есть, не знаю, как в Японии. Если ОВР засекал потенциального предателя, к нему высылали допросчика и два штурмовых отряда с вертолетом. Я понимаю, к чему ты клонишь. Но если Ода решит свести с нами счеты, ему не понадобятся ни отряды, ни вертолеты. Поверь мне, я видел его в деле. Хм, это должно меня успокоить? Если нужно успокоиться, попробуй посмотреть на небо. На машине это хороший знак. Обычно он приходит незаметно. Такамура-сан. О, да. Это он? Твой вор? Мой свидетель, Ви. Я могу и сам за себя говорить. Ну, говори. Мне сказали, ты что-то знаешь. Я был там. Я все видел. Юринобу задушил своего отца. Молчи. Ни слова больше. Иначе ты навлечешь на себя смерть. Это правда. Ханако сама должна его выслушать. Все, чего я хочу, это защитить ее от этого забытого богами города. Она в опасности? Нет. Но на параде в честь Арасаки-сама может случиться что угодно. Я привел тебе свидетелей его убийства. А твои мысли заняты каким-то глупым парадом, дурак. Все верно. В отличие от тебя, я еще не предал доверие тех, на кого работаю. От правды все равно не убежишь. Я жалею только о том, что согласился на эту встречу. За тобой идет охота. Ты должен меня благодарить, что твоя голова еще не лежит перед Йоринобу-сама. Что бы ты сейчас сделал на моем месте? Я бы тебя не пожалел. Принес бы твою голову Йоринобу. Значит, тебе повезло, что я — это не ты.
Ода, вы же солдат Арасаки. Мы не просим. Мы просто напоминаем о ваших обязанностях перед теми, кто вам платит. Я не стану слушать нравоучения от вора. Я не всегда был вором. И ваш друг тоже не всегда выглядел как бомж. Хотите к нам? Милости просим, на дне общества места много. Нет? Тогда делайте, что должно. Скажите Ханака то, что никто не хочет слышать. Ты дал ему, как это, пищу для размышлений. Иногда нужно просто говорить как есть. Жаль только, что это не подействует. Почему это? Мне казалось, ты заметил. Ода – перфекционист. Он боится совершить ошибку. Вот-вот, пускай уебывает. Одного опёздала из Арасаки нам за глаза хватит. Ну, мы хотя бы попробовали. Попробовали. И даже узнали кое-что важное. Что? Вы серьезно? Ода дал понять, что они вернутся в Токио после парада. Ты понимаешь? Парад. Возможно, это наш шанс. Мы сможем как-то подобраться к Ханако-сама. Сначала нужно провести разведку. Нам понадобится точная карта Джапантауна. Подождите. Твоя очередь. Звать друзей. Кто из фиксеров мог бы нам помочь? Эй. Эй, не так быстро. Вас послушать, так все просто, как ларек ограбить. Вы же говорили, что у Ханака лучшая охрана в Найт-Сити. Да. Поэтому я и хочу, чтобы ты связал нас с местным фиксером. Но мне на ум приходит только Вакака Акада. Она держит салон починка на Чпок-стрит. Нужно нанести визит этой женщине. Ты пойдешь со мной? Да, пойдемте. Чпок-стрит. Что это за название? Обычное для Найт-Сити. Ты слишком часто надо мной смеешься. Не знаете, что происходит в Арасаке? Могу делать выводы только из теленовостей. Юринобу и его марионетки улыбаются на камеры и делают вид, что все под контролем. Но чем шире улыбка, тем она фальшивей. У вас все в порядке? Да. Чего это ты вдруг? У нас с вами есть общие цели. Или вы об этом забыли? Разумеется, нет. Отлично. В Найт-Сити схватить пулю проще, чем простуду, а вы нужны мне живым. Как видишь, я жив и здоров. Лучше побеспокойся о себе. С вами снова Стэн. Где проход? Потому что у меня уже... Бестия, дорогая, это явно какое-то недоразумение. Не знаю, кто напал на твоих людей, но это точно были не когти. Мои знают свое место. Теперь прошу прощения. У меня гости. Так. Неужели это Ви собственной персоной в моем скромном салоне? Вакака, давно не виделись. А зачем ты здесь? Кто твой очаровательный друг? Мы просто вместе работаем. Вот и все. Такимура Городес. Окадасан. Уайдекитикоидес. Истинный джентльмен. Жаль только, что его разыскивают все гончие псы Арасаки. А ты, Ви, приводишь его прямо ко мне.
Назови хоть одну причину, по которой я не должна позвонить нужным людям. Боязнь. Боязнь? Самый опасный в мире японец скрывается в Найт-Сити, а ты не имеешь к этому никакого отношения? Ну-ну. Ты же их знаешь. Они запишут тебя в наши сообщники быстрее, чем ты докуришь свою сигарету. Ну, хорошо. Говори, но помни, телефон у меня под рукой. Давай начнем с денег, которые ты мне должна за Сандру Дорсет. Ты раньше не торопился их получить. Можешь подождать и еще немного. Ви, это не так важно. Скажи Акади-сан, зачем мы пришли? Нам нужна информация о параде, который будет проходить в Джапантауне. А, дело в Арасаки. Опять. Объясни мне, пожалуйста, одну вещь. При чем тут я? Неужто мистер Дэшон не отвечает на звонки? Гора, вы не знаете, почему жирная задница Декса сейчас вне зоны доступа? Его нет в живых. Его зарезал и выкинул на свалку какой-то наемник из Арасаки. Неприятная история. Вы что, мне угрожаете? Нет, конечно. Ты спросила, что случилось с Дексом. Я тебе ответил. Это факты. Ничего больше. Хорошо, иначе бы вы отправились за ним следом. Окада-сан, у нас с Ви благородные цели. Нам просто нужны сведения. Это вопрос жизни и смерти. Сведения на этих щепках. Сколько это будет стоить? Я немного поиздержался. Я вижу. Берите бесплатно, это подарок. Окада-сан, дороже всего стоит то, что ничего не стоит. Так вы берете или нет? Подарок? Почему? По своим причинам. Не испытывай мое терпение. Джапантаун. На время парада все движение будет перекрыто. Гвоздь программы – платформы Даши. Они пролетят здесь, высоко над улицами. Вдоль всей трассы много балконов, мостов и точек, откуда их будет хорошо видно. Почетная гостья Ханака Арасака произнесет речь с самой большой платформы. И это произойдет здесь. Об охране ничего не знаю, но из-за недавних событий она будет очень серьезной. На последнем параде Арасака разместила агентов в толпе. Помимо этого были несколько снайперов и дроны, ну и дополнял эту веселую компанию по крайней мере один нетраннер. Они будут использовать городские камеры наблюдения. Точка доступа вот здесь, в старом центре управления. Полезная штука. Советую обратить внимание. После парада платформы покинут Джапантаун, а мы, как всегда, останемся по горло в мусоре, который никто не будет убирать. Конец. Это все, что я знаю. Этого должно хватить. Ну тогда идите своей дорогой. И что, ты даже не спросишь, зачем нам все это нужно? Такое любопытство дорого обходится. Тем более... Я же все равно скоро все узнаю. Спасибо, Вакака. Благодарю вас, Окада-сан. Нам с тобой еще нужно рассчитаться. Помнишь Сандру Дорсет? Я не забываю о таких вещах. Вот твоя награда и очень приятный бонус. Загляни к Риперу, у него для тебя подкожный имплант. Сможешь пользоваться умным оружием. Тигриные когти такое любят. Вряд ли кто знает Уэстбрук лучше тебя. Мои мужья знали Уэстбрук. Они все были большими шишками в тигриных когтях. Короли Джапантауна. Чем занимались? Тем, что приносило больше выхлопа. Продавали секс и серые технологии. Не могу не спросить. Сколько у тебя было мужей?
5. И все безвременно погибли. Такая трагедия. Не боишься, что трагедия повторится и с тобой? Выживаю, как умею. Мне 9 сыновей поднимать. Прекрасная, умная женщина. Скорее всего, этих данных будет достаточно. Но я попытаюсь разузнать еще что-нибудь сам. Я похожу вокруг и позвоню нужным людям. Как только станет что-то известно, я с тобой свяжусь. Только будьте осторожны. Не раздавайте автографы каждому встречному. Моя слава твоей не затмит, как бы я ни старался. Удачи, Ви. Ви, сведения, которые дала нам Акада, очень пригодились. Кроме того, я и сам кое-что узнал. Надо встретиться. Где на этот раз? На заводе по утилизации отходов? На заброшенной станции моста? На уличном рынке, в южной части Джапантауна. Он на пешеходном мосту над улицей. Поднимись на лифте. Там легко потеряться. Я сейчас иду туда. Не заставляй меня ждать. Я не понимаю. Неужели Арасаки перестала хватать своих людей? А вы сами гляньте. Ситуация в городе накаляется. Пиджаки знают, проскочит искра, заполыхает весь Джапантаун. Подавление беспорядков лучше доверить тем, на ком нет твоего логотипа. А, вот и ты. Ну, что мы здесь делаем? Ты скоро увидишь. Мне удалось собрать дополнительные сведения. Ты знаешь, кто больше всего хотел провести парад в память Сабуру-сама? Его убийца. Ты представь, какой цинизм. Какой смышленный мальчик этот Юринобу. Проводит парад, чтобы показать свою верность ценностям Арасаки. И заодно укрепить свои позиции. Он хитер. Это сложно отрицать. Но дело не только в японских традициях. Юринобу важно еще и показать силу. Платформы наверняка будут прекрасны. Но бдительное око сразу разглядит в них обращение к противникам. Какое обращение? Я здесь, Гуминдуму. Бойтесь меня. Доходчиво ничего не скажешь. Только я все равно не вижу, что это нам дает. У меня есть мысль. Взгляни на небо. Этим маршрутом пролетят платформы Даши. Если мне удастся попасть на платформу Ханако-сама, я смогу с ней поговорить. Попасть? Как? Запрыгнуть, конечно. Вы себя переоцениваете, Горо. У нас бы не получилось, даже если бы вам не отключили импланты. У меня есть решение. Пока ты занимался своими темными делами, я собирал информацию о платформах. Все они стоят в одном месте, в промышленном парке Арасаки. Там их готовят к параду. Нам нужно всего лишь пробраться на территорию, найти нужную платформу и загрузить в нее вирус. Тогда ты сможешь выключить охранные системы, а я проникну внутрь. Вообще, я не лучший нетранер в городе. А я тем более. У меня есть щепка с вирусом. Пришлось много заплатить, но продавец клялся, что она сработает. Ну, идем дальше. Получить контроль над платформой – это еще не все. Меня беспокоит охрана. Особенно снайперы. Я буду для них легкой мишенью. Но, кажется, решение есть. Акада говорила о камерах наблюдения. И если мы получим к ним доступ, то узнаем, где позиции снайперов. Ты устранишь их, чтобы я смог пройти.
Как-то странно получается. Мне всю грязную работу за вас делать? Ты хочешь поменяться местами? И что ты ей скажешь? Здравствуйте, меня зовут Ви. Ханако сама меня знает. Говорить с ней должен я. А теперь предлагаю провести тест. Нужно проверить щепку. Пункт управления камерами перед нами. Тебе надо войти и запустить вирус в систему. Больше ничего. Ага. А вы что будете делать в это время? Возьмете себе пиво? Я никогда не пью на работе. Я буду прикрывать тебя. Теперь за дело. Сработало. Ну? Все готово. Доступ есть. Отлично. Щепка работает. Самое простое позади. Пробраться в промышленный парк Арасаки будет гораздо сложнее. Но это мы обсудим потом. Садись. Я со вчерашнего дня не ел. Дайте мне лучшее из вашего меню. Я бы посоветовал попробовать и якитори. Что угодно, только не местную. Заходите завтра. Кто бы мог подумать, что этот арасачий выродок будет нам как-то полезен. Таким псам, как он, главное дать нужные команды. А когда он выполнит задачу, мы его пристрелим за ненадобностью. Расслабься, Джонни. Он, конечно, один из них, но, по-моему, нормальный мужик. Нормальный мужик? Это телохранитель ебучего Сабура Арасаки. Такую должность за красивые глаза не дают. Это что такое? Ты, Якитори. Смотри, я составил план. Раз. Мы забираемся в промышленный парк Арасаки и взламываем платформу Ханако-сама. Два. Во время парада ты с моей помощью убираешь снайперов. Три. Я забираюсь на платформу. Четыре. Я рассказываю правду Ханако-сама. Это будет самоубийство. Но я и более глупую херню творил. Еще более глупую, чем кража имущества Арасаки? Не, конечно. Этот рекорд я побью еще не скоро. Теперь разделимся. Я должен пойти на разведку. Я с вами. Вы же тут все равно ничего не знаете. Это правда. Мне пригодятся ум и руки опытного вора. Хорошо, мы пойдем с тобой вместе. Повар, сделай погромче! Йоринобу. Он самый. Президент Майерс назвала... Он уничтожил последнюю преграду, которая мешала ему прийти к власти. Ну да. И все его поддержали. Что такое убийство моего отца? Разве это не провокация? Разве это не... Арасака. Это был монолит. Пока Йоринобу не пробил в нем брешь. Все началось с него. Все эти фракции, борьба за влияние, все это ксо. Наверное, после смерти дедули началась нехилая борьба за власть.
Именно так и случилось. И как теперь выглядит расклад сил? Иди. За стабильность и старый порядок. Их возглавляет Ханаку-сама. Либеральное крыло Хато поддерживает Мичико-сама, внучку Сабуру-сама. Я мало о ней знаю. Атака — это группа предателей, которых собрал Юринобу. Есть и более мелкие фракции, о которых... О которых вы расскажете в другой раз. С чего вообще Юринобу решил бунтовать? Этого не знает никто. Я постараюсь его спросить лично. Я только одного не пойму. Почему Сабура это терпел? Со своим же сыном не мог справиться? Арасака-сама был строгим и сильным человеком. Сильнейшим из всех, кого я знал. И все-таки в ключевой момент он проявил слабость. Из-за Юринобу? Из-за дочери. Когда Юринобу собрал приспешников и объявил своей семье войну, Арасака-сама мог раздавить их одним приказом. Но он этого не сделал. Это стало бы ударом для его дочери. Когда Юринобу вернулся домой с поджатым хвостом, она убедила отца дать ему второй шанс. Ты понимаешь, Ханака-сама спасла Юринобу от наказания за его проступки. Скоро спасать его станет некому, если только Ханака поверит нашей версии событий. Может, и совесть проснется. Вдруг у дочки Сабуры она есть. Ты забегаешь вперед. Ты пойдешь со мной? Да, пойдемте. Пойдем отсюда. Надеюсь, вам все понравилось. Приходите еще. Опилки и пластик. Нам очень повезло. Кажется, сегодня здесь никого нет. Я бы сказал, что отсюда красивый вид. Если... Если? Если бы было на что смотреть. Вы так не любите Найт-Сити? Наверное, я просто слишком скучаю по дому. Ладно, ты ищи слабые места и бреши, а я подумаю, как лучше провести диверсию. Арасака не должна ничего заподозрить. Мы должны отвлечь их внимание, а не вызвать весь огонь на себя. Слева у тебя будет лучший обзор. А я попробую отсюда. Надеюсь, в этот прицел еще что-то видно. Ну, ты готов? Может, вы пока метнетесь за пиццей? Еда на вынос? Нет, хватит. Если бы у меня было время и свежие продукты, я бы сделал онигири с треской или с жареным лососем. Нет, даже лучше. Сумебоши. Это любимая закуска Арасаки-сама. Простая, вкусная и питательная. Я однажды застал его, когда он что-то гордо жевал. Это был протеиновый батончик. Сабура Арасака с протеиновым батончиком? Не верю. Солдатская еда. Ну ладно, хватит об этом. А то нам захочется есть. Можно начинать.
Вижу систему спутниковой связи и охрану. Я могу устроить там диверсию. Трубы. Видите? По ним можно пролезть внутрь. Замаскированные турели у ворот. Крайняя мера. Я не хочу здесь погибнуть. Грузовики подъезжают регулярно. Может, угнать один? Весьма неплохо. Антенна. Скорее всего, центр системы безопасности там. Подходит для саботажа. Кажется, я все увидел. Мы сделали все, что было нужно. Так что, начинаем? Ты так же говорил, когда входил в компеки Плаза? Я хочу убедиться, что мы не упустили ни одной детали. Давай немного подождем здесь. И если не случится ничего необычного, тогда можно будет начинать. Разумно. Почему бы и не подождать? Вилли. Что? Не делай резких движений. Ты видишь? Кот. Какой красавец. Я думал, их уже и не осталось в городе. Это первое животное, которое я вижу в Найт-Сити. Кроме тараканов, конечно. Сначала исчезли птицы, потом собаки. Коты сопротивлялись дольше всего. Может быть, это Бакенеко? Бакенеко? Что это? Кот-призрак. Он приносит несчастье и может возвращать к жизни умерших. Вы верите в духов? Благодаря биочипам вполне можно говорить с умершими. Это уже не вера, это факты. Моя покойная бабушка знала много разных историй о Кицуне, Капа и как раз о Баканеко. Ностальгия? Глупый вопрос. Я родом из трущоб Чиба-11. Когда-то я твердо решил оттуда вырваться и... Что ж, со временем все плохое забывается. Остается только тоска по беззаботному детству. А когда я был маленьким, я по ночам искал на небе звезды. Из-за огней их никогда не было видно. Неоновые вывески в Чартер-Хилл пели мне беззвучные колыбельные. Я помню химическую вонь от канала, где мы с парнями стирали рубашки. Иногда по трущобам проезжали корпоративные транспортеры. Росака отбирала детей, но только чистых. Транспортеры, говорите? Да. Чиба-11 занимала первое место по убийствам в Японии. Думаю, и сейчас занимает. Дайте угадаю, они растили из детей корпоративную армию? Так точно. Когда выбрали меня, я почувствовал себя счастливчиком. Армия дала мне все. Я начал соблюдать дисциплину, обедать каждый день. А когда сумел отличиться... Еще и получил образование. А как салага превратился из уборщика сортира в телохранителя самого собора Арасаки? У меня были самые высокие баллы в академии. Потом служба в спецназе. А Арасака сам умел видеть в людях талант. В смысле, вы прямо с первого взгляда понравились Сабуре? Он бы не стал самым влиятельным человеком в мире, если бы чутье не помогало ему принимать верные решения. Перед ним стояла сотня претендентов.
Арасака сама заглянул в глаза каждому и выбрал из них того, кто будет служить ему лучше всех. Если бы не этот шанс, вы так и жили бы в нищете. Я чувствую, что ты меня осуждаешь. У тебя нет на это права. В отличие от тебя и твоего друга Уэллса, я вел себя скромно и не пытался получить все сразу. Вы хотите сказать, ваша совесть чиста? Ни у кого нет чистой совести. Важно, ради чего пришлось ей пожертвовать. Интересно, и ради чего вы ей пожертвовали? Арасака дала мне то, чего я бы нигде не нашел. Ценности, ради которых стоит жить. И это самое главное. Ты совершаешь преступление из-за денег. Я во имя принципов. Горбатиться на корпорации не то, чтобы мечта любого человека. А, значит, воровство гораздо более благородное занятие. Я, по крайней мере, не отбираю ради прибыли у планеты и людей все ценное. Корпорациям нужны деньги и ресурсы, чтобы поддерживать порядок. Иначе кто станет нами править? Коррумпированные политики? Массы, приросшие к визорам? Циники и нигилисты вроде тебя. Успокойтесь, не каждый стремится изменить мир. К сожалению, это так. Я работал в Арасаке, вы забыли? Отлично помню, как там было. Не то чтобы очень радостно. Зато теперь я больше никому не принадлежу. Свобода — это круто. Можете сами убедиться. Иногда мне хочется стать кочевником. Убежать от этого мира. Забыть обо всем. Кочевники по своей природе не одиночки. Они ставят на первое место клана, не свои желания. Хорошо. Давай не будем углубляться в детали. Знаешь, о чем я думаю? О чем? В тот день в Кампеге мы оба потеряли близких нам людей. И мы с этим не смирились. Поэтому мы все время спорим, ищем ссоры. Наконец-то я с вами согласен. Долг живых – воздавать должное умершим. Ханака сама поможет нам в этом начинании. Или поможет нам тоже отбросить копыта. Кажется, Бакинека от нас устал. Он найдет свою дорогу. Как и мы. Я думаю, что нам пора размяться. Бля, совсем плохо. Ты выглядишь неплохо. Я буду на связи. Аккуратная диверсия. Это мой конек. Я внутри. Хорошо. Теперь попробуй забраться в ангар. А я пока отвлеку их внимание. Поднялся по трубе. Захожу. У меня тоже все хорошо. Патруль прошел мимо. Все. Я внутри. Ищи самую большую платформу. Пульт управления внутри. Это может быть обычный компьютер. Ясно. А у вас как там дела? Хорошо. Я приду в диспетчерскую и устрою полный хаос. Очень хорошо. Я готов. Как только ты закончишь, я инфицирую системы. Thank you.
платформа в нашем распоряжении. Можете долететь до Токио, если хотите. Блять, сработало. Неплохо, Ви. Так, что теперь? Теперь тебе и мне надо отступить в тень и вооружиться терпением. Я свяжусь с тобой перед началом парада. Постарайся держаться подальше от неприятностей. Как будто это я их ищу. Парад скоро начнется. Я буду ждать там же, где раньше. Стой. Только не привлекайте внимания. Ви, как раз вовремя. Привет, Гуру. Выглядите на все 100, а то и больше. Правда? Я чувствую себя по-другому. Я попробовал ваш местный бургер. Ага. И как он вам? Легко зашел? Спроси у людей внизу. Парад уже скоро начнется. Я скорректировал данные о кадре. Советую ознакомиться с ними перед началом. Для начала вирус действительно работает. И намного лучше, чем я ожидал. У нас есть глаза и уши в комнате охраны. Я проверил камеры и теперь знаю, на каких позициях сидят снайперы. Их трое. Нужно нейтрализовать их всех, пока они не сделали это со мной. К ним можно пройти разными путями. Первый близко. С ним проблем не возникнет. Со вторым хуже. До него надо сначала добраться. Ну и, наконец, третий из них спрятался на мосту над улицей. Мы вот здесь. Платформа Ханако-сама остановится здесь. Рядом будет аварийный выход, через который мы уйдем в конце. С этих точек ты сможешь увидеть весь парад как на ладони. Только осторожно. Снайперов обзор еще лучше. Если они тебя заметят, бам, и нет вора. И это не самое страшное. Я должен буду запрыгнуть на платформу, залезть внутрь через окно и встретиться лицом к лицу с Ханако-сама. Последнего я боюсь больше всего. Ну как, все ясно? Ты готов? Погодите, а у нас есть запасной план на всякий случай? А как ты думаешь? Все думают, что я предал Арасаку. Мне предстоит разговор с сестрой генерального директора. У меня нет запасных планов. Должен сработать этот. Я готов. Вопрос, готовы ли вы? Я разработал план, так ведь? В нем упущена одна довольно важная деталь. Ваш друг Ода. Ода — человек чести. Он никогда не причинит мне вреда. Ага. До тех пор, пока вы не свалитесь на голову Хана. Я понимаю, о чем ты. На первый план выйдут инстинкты и рефлексы. Значит? Значит, мы будем надеяться, что я все еще быстрее него. Удачи вам, Гора. Готов. Ну что ж, начнем. Разберись со снайперами до того, как появится платформа Ханако-сама. Бородач, у стойки с воздушными шарами. Проверьте его. 50 лет назад наши враги... Пату! Внимание! Балкон двумя этажами выше. Женщина в красном. Кажется, вооружена. Унес 4000 жизней. Отбой! Гора, я снял ближайшего. Тебе нужно попасть на балкон около зеленой стрелки и сесть в лифт. По мосту наверху ты перейдешь через улицу. Все же Ви,
Важные новости. Ода с кем-то разговаривает. Я подключу тебя. Послушаем вместе. Повторяю, при подготовке допущено нарушение безопасности. Ханако-сама нужно увести отсюда. Ты оспариваешь приказы Юринобу? Делай свою работу. Принято. Конец связи. Все, как мы и ожидали. Ода здесь. Я скажу, если что-то выясню. Я знаю, с кем он разговаривал. Это гребаный Адам Смешер. Мужик, который тебя убил. Да он давно уже не человек, блядь. Но это очень хорошо. Я рад, что он здесь. Ты рад? Раз уж я проснулся после смерти Сабура Арасаки, придется довольствоваться одним Смешером. Что? Тебе придется? Ты-то ничем не рискуешь? Ну ладно, ладно, нам. В конце концов, решающий выстрел предстоит делать тебе. Попробуй пройти в техническую зону. Оттуда можно забраться выше. Слишком хлипкий этот мостик. Ты уверен, что Такэмура не хочет тебя так элегантно обнулить? Блять! Чуть не упал! Осторожно, не привлекай внимания. Я был прав. Молчание. Принято, знаю. Осматриваю зону. Цель поражена. Да, именно так. В глубине комнаты есть дверь, которая ведет на лестницу. Это кратчайший путь к следующему сну. До связи. Он высоко забрался. Ви, это снова Ода. Послушай. Сообщите о нарушении в системе безопасности. Ее нужно эвакуировать немедленно. Арасака в состоянии защитить своих руководителей. Что твоему боссу важнее, репутация Арасаки или жизнь сестры? Ситуация под контролем. Конец связи. Ты слышал? Они начали беспокоиться. Нам надо спешить. На пешеходном мосту стрелок. Белый пиджак. Подтверждаю. Вражеский... И быстро прячься. Тебя заметили. Проведите разведку. Вот, кажется, и все. Кажется, да. Очень хорошо. Осталась одна проблема. Какая еще? Нетранер Арасаки. Она взяла под контроль все сети. Надо от нее избавиться, иначе у нас не получится перехватить платформу. Она прячется в недостроенном доме. Недалеко от позиции второго снайпера. Хорошо, иду к ней. Давай, я ее отвлек. Отключи ее! Хватит работать, пора отдохнуть. Блядь! Вот он! Как же без вас? Следи за дистанцией. Берегись его к пинту. Он разрежет тебя как рыбу. Эй, доложи статус. Я... У меня получилось. О, да. Он умер? Он дышит. Пока что. Прошу тебя, Ви. Пощади его. Больше тебе уже ничего не будет. Нужно как можно скорее двигаться дальше. Вечно вы с вашей самурайской честью.
Ладно, сегодня вам повезло. Скажите спасибо вашему другу Гору. Это тебе спасибо, Ви. Так, все получилось. Я в системе. Ханако внутри. Что она делает? Пытается кому-то звонить. Подслушай. Не забудь выключить сигнализацию. Тогда я смогу войти.危険だと警告されたの。織田と連絡が取れないし、何か変だわ。パレードを中止すれば、弱さは停止だと思われる。弱さ？誰の？あなたの？俺たちだ。私が参加したのは、あくまでもお父様を追悼するため。操り人形になるためじゃないわ。この店モヌテは、みんなに役割がある。ミチコは文句を言ってないぞ。 だが、お前が言うなら中止してもいい。全部やめだ。お前の安全が第一だからな。兄さん、やり終えましょう。ありがとう、花子。せっかくの式典だ。やり終えなければ悔いが残る。ゴロ、システム заблочены。можем начинать。お父様。 花子様、あなたはお許しをどうか話だけでもお聞きください。サボロ様は父のことを口にしない。これが俺にできる最後のご褒美なのです。サボロ様の死について真実を明かすことが花子様、ボロ屋働きたかりません。しかし、ブリッ、ブリッ、ブリッ、ブリッ、ブリッ。 Он ее грохнул. Не знаю, что он сделал, но мы в полной жопе. Знал, что ему нельзя доверять. Надо было держать его в узде. Ноги в руки и сваливаем отсюда. Ли, ты еще жив? Да, пока что. Вы о чем вообще думали? Нет времени объяснять. Найди меня. И где вы? В заброшенном комплексе апартаментов на Вайн-стрит. Третий этаж, номер 303. Постучи 4 раза. Быстрее. Заходи, только побыстрее. Я боялся, что тебя схватили. Может, теперь вы расскажете, чем вы думали? Я применил снотворное. Она пыталась запустить свой трекер. Выбора не было. Я предложил ей чаю. Вы похитили Ханако Арасаку и предложили ей, блядь, чай? Да, она вежливо отказалась. Скажи всю правду о Юринобу. Ничего не приукрашивай. И четко назови свои условия. Может, к тебе она прислушается. Ханоко-сама, кари га арай но джинбуцу дес. Доука ханаши о кейта агете кудасай. Простите, что приходится разговаривать при таких обстоятельствах. Я слышу это уже второй раз за день. Юринобу – убийца. Он задушил вашего отца. Я видел это своими глазами. Нужно быть сумасшедшим, чтобы всерьез говорить мне такое. Я понимаю, в эту историю трудно поверить сразу. Вы очень уважаемый человек, поэтому я могу вам доверять. У меня есть к вам предложение. У тебя? Ко мне предложение? Биочип, который ваш брат хотел продать сетевому дозору, сейчас в моей голове. Эта технология оживила меня после выстрела в голову. Но теперь она меня убивает. Один из ваших конструктов, Энграм, переписывает мое сознание. Мне нужно это прекратить, пока не поздно. Я знаю, вы можете с этим помочь. Ханако-сама, он свидетель преступления, которое совершил ваш брат. Мы подтвердим каждое его слово, если вы поможете ему с биочипом.
Ханако-сама. Ты слышал? Иди проверь. У меня очень плохое предчувствие. Съебаться. Так и мой. Я не могу его там оставить. Забудь про него, он уже труп. Или хочешь присоединиться? Смей падать в обморок, ты меня слышишь? Нам надо срочно валить из города. Как думаешь, такие мотели строят специально для неудачников вроде нас? Кондёр не пашет, под матрасом старые шприцы, толчок забит. Нет, серьезно. Кто, сука, приезжает сюда ночевать? Мы же от Найт-Сити, всего в паре километров. Тот, кто уезжает, сюда не заворачивает. А тот, кто приезжает, ночует, сука, в городе. Кому нужен мотель посреди ебаного ничего? Джонни. Что? Завали свой сраный ебальник. Будь добр. К чему этот словесный понос? Кому от него легче? Ишь, как роли поменялись. Джонни, твою теперь мать! Теперь нам приходится сидеть и ждать, пока сюда вломятся штурмовики Арасаки. Если кто-нибудь постучит, разноси дверь к хуям. Мне не усралось закончить, как Такэмура. Слышишь? Тачка. Да, тачка. Блять, только один? Палец на спуске, Ви. И ни звука. У меня послание. Зайди. К двери не подходи. Кто там? Я спросил, кто там? Хочешь, чтобы услышал весь мотель, или все-таки откроешь? У меня оружие, так что без фокусов. Наконец-то. Фу, блядь. Что там за дерьмо на стене? Кровь? Да, мотелю это последней звезды стоило. Ну так, что с посланием? Где оно? Оно перед тобой. Сейчас начнется. Что начнется? Это кукла. Или прокси. Я должна сразу кое-что пояснить. Мое мнение не изменилось, но... Ханако? Это вы? Я больше не могу себя обманывать. Я верю тебе. Мне жаль. Наверное, вам было тяжело с этим смириться. Так тяжело, что я не могла взглянуть правде в глаза. И что теперь?
Йоринобу нанес удар в самое сердце корпорации. Надо действовать, пока рана свежа. И ты мне поможешь. Ты — живое доказательство его преступления. Сперва вы помогите мне. Наверное, я неясно выразилась. Нам надо торопиться. Я тоже довольно сильно спешу. Умираю, понимаете? А из моего трупа будет довольно хреновый свидетель. Я понимаю. Расскажите мне все, что знаете о Микоши. Микоши. Это один из главных проектов моего отца. Цифровая крепость с серверами, которые размещены на орбитальных станциях. В своем роде это такая библиотека конструктов личности, оцифрованных душ. Или тюрьма. Зависит от точки зрения. Но как ни называй, там ты спасения не найдешь. Ты ничего не знаешь ни о биочипе, ни о процессе создания конструктов. Я нашел вашего перебежчика. Хельман прятался под крылом у Кантао. Мы поговорили. Он сказал, что Инграмма рано или поздно меня поглотит. Этот процесс нельзя остановить. Удивительно категоричное заключение для ученого. По крайней мере, я получил чертежи биочипа. У меня есть вся информация о технологии и какая-то техническая документация. Это пригодится. Даже очень, я бы сказала, учитывая, что Хельман еще жив. Я свяжусь с ним и объясню, что из Арасаки не убегают через черный ход. Мне удалось связаться с Альт Каннингем. С той самой? Да, которая изобрела душегуб. У меня есть его измененные версии. Она должна нам пригодиться. Это все, что у нас пока есть. Что дальше? Предлагаю встретиться лично. В углях. В центре города. Там безопасно. И вот что важно. И мне, и тебе теперь следует быть очень осторожными. Ну, я свое отработала. Знаешь что? Что? Было бы проще, если бы сюда вломился спецназ Арасаки. Мы получили, что хотели. Тебя от прокси так покоробило? Меня? Да иди ты. Да ты сам подумай. Еще вчера Ханака жила в волшебном мире с пони и радугами. А что перед ней оказалось сегодня? Чужой город, брат-убийца, ну и херовый вор. Поэтому она и послала прокси. Она одна. Ей страшно. Еще больше, чем нам. Ага. Щелк. Что? Что ты там щелкаешь? К твоему ошейнику пристегнули поводок. Ну как? Еще что-нибудь скажешь про фарфоровую супу? Блять! Так, приготовься. Джонни! Ты еще не умираешь. Я тобой займусь. Джонни! Так пахнет морской бриз. Вставай. В Пасифике в это время красиво. Этот приступ меня чуть не обнулил. Почти. Ты прав. Просто глаз не оторвать. Мы в Пасифике? Что это за здание? Бывший отель Пистис София. Сейчас мы единственные гости.
Хочу тебе кое-что показать. Идем. Почему ты привел меня сюда? Погоди минуту, сейчас узнаешь. Ты забрал тело. Не мог же я тебя там просто бросить. Ну... Ты что, хотел принять таблетку? Ну что за херня? Если бы я хотел получить полный контроль, я бы принял ее раньше. Думаю, я нарушил твой план, когда внезапно проснулся. А я думаю, что ты боишься смерти и хочешь на ком-то сорвать злость. Полезай через окно. Думаю, с этим-то ты справишься. Да! Ты хотел знать, зачем я тебя сюда привел. Вот тут, где я стою, есть тайник. Открой его и посмотри, что там. Это твое? Было раньше. Теперь уже твое. Ого. 50 лет назад. Война в Мексике? Я был молод и глуп, как ты, и записался в корпоративную армию. В Мексике я понял, что какую войну ни возьми, побеждают всегда корпорации, а проигрывают обычные люди. Ну и ты, конечно, решил рассказать об этом миру в песне. Сперва я свалил из армии, потом закрылся в этой комнате, лег на кровать и месяц тупо смотрел на вентилятор. Очень хотелось бы сейчас лечь и смотреть на вентилятор до бесконечности. Вот я и привел тебя сюда. Я не хочу, чтобы ты проводил недели и месяцы в бессмысленном ожидании. Зачем ты мне их отдаешь? Представь, что мы на войне. Сражаемся вместе, плечом к плечу. Скажи, ты закроешь меня от пули? Идиотский вопрос. Да или нет? Да, да, закрою. Это жетоны человека, который в Мексике пожертвовал жизнью ради меня. Я долго думал о нашей истории. Надеюсь, ты понимаешь, что я на твоей стороне. Когда придет время, я отдам за тебя жизнь, а сам исчезну. Жетоны напомнят о моем обещании. Красивый жест. Но все, что ты можешь мне предложить, у меня уже есть. Это тело мое. И всегда было моим. Поэтому и решение принимать Давай мне. Пока что забудем об этой теме, если ты не против. Неужели ты правда думаешь работать с Ханако? Есть идеи получше? Еще нет. Но есть просьба. Какая? Адам Смешер. Тот хуй, который меня убил. Что бы со мной ни случилось, я хочу знать, что его конец будет мучительным и страшным. С чего это ты вдруг сейчас про Смешера вспомнил? Не понимаю. Когда мы его видели... Не было случая поздороваться, поэтому надо найти его и закрыть эту страницу. Это твое последнее желание? Месть? Это еще не все. Еще я хочу, чтобы с тобой пошла бестия. Для меня это так же важно, как и для нее. Не думаю, что бестия сентиментальна. Да, ты говорил, что она стала циничной сукой. Да и времени много прошло. Поэтому я сам освежу ей память. Просто прими таблетки Мисти, а я по-быстрому решу все вопросы.
Ты понимаешь, что я от этого плана вообще не в восторге? Я поговорю с Бестией насчет Смешера и сразу отдам тебе тело. Обещаю. Ты пока не заслужил мое доверие. Это должно работать в обе стороны, Ви. Уж очень тебе нравится всегда и во всем меня контролировать. Мне и себя-то не нравится контролировать. Это ты принимаешь идиотские решения. Я могу только советовать. Или просить об одолжении. Вот как сейчас. Расскажи по пунктам, что ты хочешь делать. Я скажу Бестии правду и попрошу ее о помощи. Привет, меня тут выгнали из ада. Решил к тебе зайти. Нет. Мне нужно просто сказать ей про Смешера и повспоминать старые времена. Она сразу клюнет. Я еще подумаю. Окей, спасибо. Мне это очень важно, Ви. Я просто прошу дойти до посмертия и дать мне немного порулить. Мне вроде получше. Пора идти. А мне еще покалывает там, где у тебя сердце. Это уже вряд ли пройдет. Отель Пистис София, я правильно запомнил? Угу. Хорошее место, чтобы умереть. Но не сегодня.